Нужно опираться только на те случаи, которые есть на нашей планете, на те заводы, которые полностью уничтожают все вокруг себя. Но мы знаем, где, в каком месте они собираются строить. И если вы посмотрите на это место, это одно из лучших мест. Более того, если посмотреть на классификацию земель, то водно-болотные угодья, болотистые места, такая красивая природа – это национальное достояние, и это редкость. У нас есть Красная книга Ленинградской области. Да, действительно, озеро Лубенское стоит в плане как проектируемая, особо охраняемая природная территория, потому что хорошие ученые, специалисты обследовали эту территорию и сказали, уничтожать категорически нельзя.